Редкий случай, когда на борту сразу два экипажа – судовой и врачебный. В Ижевске в рейс вновь отправился теплоход здоровья. У врачей есть пара часов на осмотры и консультации. Внутриглазное давление можно померить, на ЛФК хочется сходить, потому что мы это любим двигаться очень. Ну, может, давление такое артериальное померить, ну, в принципе, все, психолога не надо. И так хорошо на душе, радостно здесь. Наталья Железнякова сегодня тоже на теплоходе больше для здоровья, а не ради живописной прогулки. Об акции узнала заранее, а поэтому на борт взяла с собой сына. Очень люблю сына учить здоровому образу жизни, показываю собственным примером. Хотим сегодня сделать гимнастику вместе, пообщаться с узкими специалистами, которых бывает не найти в поликлинике, трудно к ним бывает попасть. Бывает, что мы здесь впервые выявляем повышенное внутриглазное давление. И, конечно же, мы рекомендуем, настоятельно рекомендуем этим гражданам обратиться в глазной кабинет. Как раз предупредить болезнь и вовремя назначить лечение – одна из задач таких медицинских десантов. В Ижевске акция проводится уже третий год. За это время врачи осмотрели более 1500 человек. Каждую неделю специалисты могут меняться. Нынче мы впервые попросили поработать у нас на теплоходе здоровья семейного психолога, так как много ездят с детьми. Ходить по Ижевской акватории теплоход здоровья будет по пятницам до закрытия навигации. Елена Керн, Елена Обуховская, Юрий Зелененький. Новости.